Спецавтоцентр Турмаг хочет поздравить всех жителей города, ну и всего земного шара с наступившим Новым годом. И пожелать вам с Новым годом, с новым счастьем, с новой жизнью на земле. И в год свинячий, поросячий, нам всем везло на жизненном пути. Вот так-то вот. В отличие от всех телевизионных передач, наше поздравление не в преддверии традиционного Нового года. И вот ведь здорово получается, весь январь ликуем, гуляем, стреляем и напоминаем. Год свиньи по восточному календарю еще не наступил. Так что крепитесь, недолго осталось. И совсем скоро можно будет и его отпраздновать, так как это сделал коллектив автосервиса «МАК». С вот такой помпой. И с вот такими подарками горожанам. Что это? Это забота о новом обличии города. Долой серость и убогость. Даешь магию ручного творчества от «МАКа». И, кстати, тот, кто хочет влиться в этот волшебный коллектив, может это сделать. Но, разумеется, ждут здесь только квалифицированных и ответственных специалистов автомобильного дела. От себя лично хотел бы для жителей нашего города прочитать стихи красивые. Вся жизнь прекрасна и ужасна. Приятно жить, но не всегда. Одни живут, а остальные существуют. Хотя природа мать всех родила. Но все хотят, чтобы... Правда, сказка стала явью, и правда, что была для всех одна, чтоб ложь с пороком навсегда пропали, и не было бы на земле греха. Страдания и ненависть исчезли, а зависть и злость сгорели от стыда. Кругом была любовь, как атмосфера, дышали бы любовью навсегда. Ведь нам решать, как сделать счастье в жизни, чтоб жить в раю и больше в этом мире не страдать.